Стальное небо над головой, пронзительный ветер, заснеженный город с высоты 50 метров. Все эти прекрасные виды не интересуют промышленного альпиниста Валерия Семитова. Он здесь по служебной необходимости. Крышу надо чистить. В этом деле главное, чтобы ничего не улетело на головы горожан. Поэтому на крыше, как в космосе, все надо привязывать. И самого альпиниста, и лопату, с которой он работает. Самая большая ошибка, которую можно здесь допустить – продырявить кровлю. Вода, как говорится, везде дырочку найдет. Неудачный шаг может стоить капитального ремонта. Поэтому осторожность и еще раз осторожность. Крышу надо чистить, когда высота снежного покрова на ней достигает от 10 до 30 сантиметров, в зависимости от конструкции кровли. Работа сама по себе несложная, но требует постоянного контроля за состоянием крыш. Есть крыши, которые самоскатные, есть крыши, которые обрастают наледью, сосульками, представляют опасность для жителей, и их необходимо чистить для того, чтобы предотвратить возможные последствия травм и ущерба для автолюбителей. Густой снег, который выпал в начале этой недели на Одинцовские крыши, не доставил коммунальщикам особых хлопот. Чтобы справиться с непогодой, есть и кадры, и ресурсы. Тимур Гайсин, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».